упоминала французскую культуру и сейчас, и вдруг встретила поэта. У нас трудно было найти, я буквально в интернете нашла одно стихотворение, два, и сразу поняла, что да. И, оказавшись во Франции, сразу скупила чуть ли не всю ее библиографию и начала переводить именно со сборника «Вау», который, мне кажется, наиболее близким. Я могу прочитать какие-то из своих переводов с французским текстом. Да, с французским текстом. И, может быть, какие-то из них прокомментировать, в чем состоит сложность. И... Обязательно прокомментировать. Если можно, и французский текст. Обязательно, обязательно. На слух. Да, чтобы флёр такой был. Например, такой текст. Je ne quiere plus qui m'a trouvé l'amour qui fait faire la poète. Plutôt ne sonne encore les cloches restées dignes dingues jusqu'au bout donc. Je perds le fil de mon histoire comme une ancienne corde à sauter. Les heures, les saisons, les années, voilà, et du plomb dans la tête. S'il faut retomber sur ses pieds, digne dingue et sur toute la ligne, donc. Et puis, вот. Не вы ведаю, кто обрел мне ту любовь, в которой занимаются поэты. Скорее ран, колокола, все вызвонят внутри, дом-дом до самого до дна. Теряю нить истории своей веревочки, не вейся, не скачи, но я скачу. Промахиваю дни, часы, минуты, и если надо очнуться, значит поступиться. Спасусь я только выстрелом в упор. Дом-дом, звоню-звоню и занимаю линию прямую. В этом тексте уже звучат основные вехи ее текста. Не хочется сказать тему, потому что если скорее не тема, и даже не образ, а именно вехи, как вехи пути. Тексты, все тексты сборника написаны в строчку, однако и записанные в строчку, они не теряют своего ритмического начала. Это не верлибр, с которым мы привыкли иметь дело в нашем. Вот в переводах французских поэтов на русский, хотя для французской поэтики как раз это очень характерно, но мне показалось, что как раз акцентный стих будет наибольшим воплощением, наибольшей реализацией этих текстов на русском языке. Часто встречаются внутренние рифмы, но они не являются каким-то жестким каркасом, на который этот текст насажен. И здесь вот эти вот основные вехи в тексте, записанном в строчку. Сам принцип записи текста в строчку реализуется.